Хей, йоги, смешивки, и мы продолжаем проходить игруху под названием Little Miss Fortune. Miss Fortune. Короче, маленькая неудача. Я, короче, тут заметил, люди, когда на машине проезжают, если можно затормозить, да, все это происходящее. Давайте подождем, допустим, машина первая. Вот, мужик был, не знаю, в чем, в маске обычной или... Так, мистер. Смотри, какой-то ребенок потерялся. Все в маске пишем. Это не нравится, может, вернемся домой? Bye. Пока. Не уходи сейчас, неудача. Я могу тебя защитить? В самом деле? Конечно. Right, тогда ладно. Тогда идем. Hello. Привет. Это, если что, она как раз была. Фу, пахнет дерьмом. Неудача. Следи за языком. Okay. Хорошо. Кто-то колесо ставил. Фантасмагория. О, какая-то леди. Почему она в маске? Почему-то все в маске. Кик, Джен, Гастер, Kill Mondo's Game. Мне кажется, вот это вот отсылочка тоже вот на что-то. Лол. Ладно. Она колесный велосипед. Дошло? Очень много. Неудача. Спасибо. Ох, постер. Франкенштейн зомби. Фантасмагория приезжает в Аперфилд. Это так круто. Может, у нас будет время сходить туда? Позже, кто знает? Подожди, не играй с моими чувствами. Давай сначала сконцентрируемся на вечном счастье, а потом посмотрим. Хорошо, жду не дождусь. Гляди, это Бенджами. Из леса по соседству. Знаешь, если захочешь как-нибудь потусить, я свободна. Не связывайся с этим диким лисом. Я говорил, что лисы опасны. Я сейчас разберусь. Бенджи, ты дикий и опасный лис? Нет, Бенджи, не уходи! Пускай этот дикий зверь бежит. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Хорошо. Кажется, это принадлежит Бенджи. Это лучшее произведение искусства, что я видела. Он такой личный. Знаю, что Бенджами такой творческий. Выглядит, словно рисовал ребенок. Что ты такое что сказал? Ой, я имел в виду... Эй, разве мы не должны сосредоточиться на поиске награды? Я сосредоточена. А знаете, вот это сейчас похоже на немного, а даже не на немного, на отсылочку на Слендермена, если так подумать, да? Тоже записки и все такое. Фолкинг парк, киоск. Мы идем в парк? Yes. Да. Okay. Хорошо. Может, все-таки в киоск? Притормози, мать твою! Неудача! Что? Language. Язык. App. Так, очередная касценка. Мистер Голос? Да, неудача. Кто-нибудь уже доходил до конца игры и получал вечное счастье? Да, разумеется. И они жили долго и счастливо. Это хорошо. Знаешь что, я хочу выиграть приз для своей мамы. Я бы хотела дать ей немного счастья. Мои блестки на нее не действуют. О, это очень мило с твоей стороны. Спасибо. Хочешь попробовать моих блесток? Это не обязательно. Ну не глупи, держи. Счастья, мистер Голосу. Ох, ну, спасибо. Что ж, давай продолжим искать приз, чтобы мама нами гордилась. Да. И главное, что все вороны падают и вздыхают. Так, если сейчас касцены не будет, я... Как все равно вы ничего не заметите.
Знаете, я вот не понимаю, почему некоторые люди говорят, что... Как он называется? Если играть в 60 FPS, да? Ну, я понятно, что картинка более такая плавная, все такое. Я лично снимаю в 99... Ой, 29 и 97. То есть это почти как 30. Это можно сказать, как 30. Так, у нас здесь то, что... Это черт, типа, забирай детей. Мата интрафагларна. Написано, птиц не кормить. Хорошо. Так, на лавочке есть что-то? Что? Нет, я понял, что здесь. На скамейке написано много милых стихов. Смерть жива, и она пожирает тебя. Надпись N. Интересно, что думаешь? Неудача. Ты действительно будешь читать эти стихи? Да? Да. Послушай это. Шары повисли слишком низко, без подписи. На чем они повисли? Вот смотри, здесь нарисован код. Хватит, неудача. Пойдем. Хорошо. Здесь точно, здесь не код нарисован, здесь презерватив нарисован, да? Здесь я не хочу говорить, что это. Ладно. Посмотри на эту чайку. Она папа. Похоже на папу. Кто? Раньше он сидел в песочнице рядом со школой. На нем была одежда, и полицейские побили его палкой. Восхитительно. Помнишь рыбу, что ты подобрал ранее? Ты Родриго, мой друг рыбе, нужно отдать его чайке. Наверняка он будет рад компании. Пожалуй, это возможно будет справедливо, наверное. А ничего, тут рыба нарисована. Он рыбу и просто сожрет. Ой, все равно мы будем потом собаку спасать. Так ведь. Пусть эта рыба принесет тебе столько радости и любви. Тюха, она принесла мне. Ты очень добра. Благодарю. Что? О, нет! Родриго теперь мертв! Разумеется, чайки любят есть рыбу. Почему ты ничего не сказал? Ну, теперь ты знаешь. Разве учиться не надо? Пожалуй. Я знал, что так будет. Я похороню его позже. Все равно, видите, мы кости взяли. То есть что-то это даст. Ладно, все равно. Хочешь прокатиться на королевской лошади парка? Да. Королевской лошади, говоришь? Я маленькая принцесса, кстати. Смотри, где на лошади? Эй, лошадка, прекрати. Ой. Ох, вышло неудачно. Ты в порядке? Да. Ты беспокоишься, потому что я такая маленькая? Еще бы. Ты очень маленькая и могла разбиться. Однажды сломала руку. Значит, ты понимаешь, о чем я? Я еще могу покататься? Ладно, пойдемте. Блин, опа. Посмотри на эту утку. Давай просто пойдем. Неудача. Тебе не стоит связываться с утками. Не говори глупости. Утки довольно клевые. И смотри, он несет бамбу. Может, мне удастся самому сделать потанцевать. Хочешь показать свои движения? Показать свои танцевальные навыки. Дать танцевать утке. Показать.
Конечно, смотри. Все нормально, все хорошо. Ну, ладно, конечно. О чем ты? Это было нормально. Ну, как скажешь. В следующий раз мы посмотрим, как утка будет танцевать. Хочешь прокатиться на этом? Похоже на торнадо. Да. Да, я хочу прокатиться. Остановись! А, мне больше не удержаться! О нет, неудача. Когда ветер холодный, а деревья голые, когда вонь гнилых яблок разбивается о камень. Яблочный пирог. О чем ты, неудача? Ерунда. Знак какой-то странный. Похоже на рисунки Бенджамина. Тебе не кажется? По-моему, это мусор, и его нужно сжечь. Неужели? Я вижу здесь больше потенциала. Он безумно очень творческий. Забудь про это. Продолжим играть в мою игру. Награда ближе, чем ты думаешь. Серьезно? Ну ладно. Надеюсь, здесь нету у нас этих глав. Я практически ощущаю вечное счастье. Прекрасно. Последнее задание ждет на кладбище домашних животных. Кладбище домашних животных? По-моему, это самое лучшее место, чтобы закончить игру. Точь в точь мои мысли. Рад, что ты думаешь так же. Курка Джикургар. Фолкест Парк. А, полетели. Что ж, я тут подумал, пока мы идем. Ты не против, если я задам тебе пару вопросов? Конечно, я довольно хорошо в этом. Отлично. Только отвечай максимально честно. Хорошо. Первый вопрос. Ты когда-нибудь что-нибудь крала? Нет. Нет, никогда. Никогда? Молодец. Второй вопрос. Ты сейчас счастлива? Ну да. Да, ведь если сейчас ничего плохого не происходит, это меня радует. Ну тогда последний вопрос. Ты чувствуешь себя любимой? Здесь, скорее всего, нет. Нет. Хотя твой единорог говорит, что мне стоит еще поработать. Не сомневаюсь, меня бы все полюбили, станет единорогом. Спасибо за твою честность. Не за что. Смотри, мы добрались до кладбища. Но здесь я все равно ничего менять не буду, потому что здесь спрашивают лично уже нас даже. И опять заметьте, это на разрабов отсылочка. То есть на футболке именно был такой код, и здесь такой же именно код. Вот смотри, все больше детей пропадает. Если я пропаду без вести, как я скажу маме? Ты не пропадешь без вести. Мы вернемся домой сразу же, как найдем приз. Ясно, отлично. Так, клеечка. Ты готова найти приз? Вечное счастье. Конечно, где оно? Я спрятал его в одной из могил. Мне нужно раскопать могилу. Какую из них? Я дам тебе подсказку. Это место, где похоронена золотая рыбка. Золотая рыбка? Ладно. Мне что, копать своими крошечными ручками? Нет, использую лопату. Какую лопату? Эту лопату. А, это лопата. Okay. Хорошо. Это уже максимально стрёмно. Нет, не думаешь?
Здесь сказано, Деннис скончался окруженный своим близким в огне. В окружении своих близких? Не. Так, посмотрим. Малыш Лулу, первый мопс, задушенный человека. Задушивший человека? Нет. Нет, не думаю, что это рыба. Рыба, скорее всего, будет здесь, потому что светильник, как в виде маяка. Стефани Куин, автор эротического романа «Эсповедь кота». Эротический роман звучит безумно. Хотя, что не то. Не, это точно не кошка. А, это точно кошка. Здесь сказано, Пол умер, занимаясь любимым делом, поедая какашки. Фу, блин. Это, кажется, собака, да? Не, не думаю. Так, здесь уже кого-то выкопали. Посмотрим. Сорока по имени Роджер. Он явно не ожидал того окна. Ха. Я не поняла. Когда, знаете, чистое окно и типа влетает без пыли. Не, не думаю. Продолжу искать. Смотри, эта могила свободна. Что ты хочешь сделать? Похоронить кости Родриго. Думаю, похороню здесь Родриго. Он это заслужил. Прощальные слова? Это Родриго пахло рыбой. Мне нравится это в рыбе. Он был милый. Надеюсь, ему нравилось. Прощай, Родриго. Это было прекрасно. Спасибо. Здесь написано «Мистер Пузырь». Не, слишком мало информации. О, здесь я тоже так уеду. Куда ты пошла? Могилу жду тебя. О, правда? Я так глубоко маленькая леди продолжила копать. Так, а у нас здесь нету, слышите? Типа мистер Пузырь. Ну, точно ли это рыба? Ну, понятно, что нет. А точно ли тут кот? Стефани Куин, автор эротического романа «Исповедь кота». Ну, блин. Нас заставляет только эту могилу, мистера Пузыря. Давайте, ну у нас... А если я другие еще могилы раскопаю? Ладно, ну... Поздравляю, неудача, ты нашла приз. Правда? Ура! Видишь маленькую коробку? Открой ее. Хорошо. Интересно. Я украл ваше вечное счастье, Бенджамин. Это приз? Что? Да, здесь написано «Я украл ваше вечное счастье», надпись «Бенджамин». Он не мог. Мое вечное счастье. Я знал, что от этого лица будет неприятности. Он украл твой приз. Какое разочарование. Я действительно хотела сделать маме сюрприз. Что мне теперь делать? Мы должны найти лиса и вернуть твое счастье. Я не думаю, что он ушел далеко. Пойдем поищем его. Да, давай. Такое разочарование. Смотри, вот он. Бенджамин? Ты украл мою вечное счастье? Не круто. Да брось, верни назад мое счастье. Догони его. Нельзя позволить лису снова уйти. Он украл твой приз. Бенджамин меня серьезно разочаровал. Мне кажется, что лучше их не собирать будет, когда я второй раз буду проходить.
Когда нелюбимые дети во тьме ищут то, что они потеряли. Ищут ответ, почему они страдают. Дети страдают? Ты что-нибудь нашла, неудача? Нет, тебе показалось. Или же стоит собирать их? Здесь, знаете, такой двусмысленный вариант, потому что, типа, и с одной стороны, это, походу, нужная вещь, типа, подсказки к чему-то. Нужно смотреть в оба, вдруг мы увидим лиса. Они умеют прятаться. Хорошо. Какая-то дверь. Ага, туда. Эта нора выглядит очень похоже на то место, куда лис бы спрятал приз. Хочешь сказать, мне нужно туда спуститься? Инна, не беспокойся, ничего плохого не случится. Совсем ничего плохого. Ладно, Эфриш очень уверена, я доверяю тебе. Но я туда сейчас не спрыгну, из-за чего? Я хочу использовать глаз. О, посмотри на этот камень. Он отличается от обычного камня, уверяю тебя. Думаю, ты права. Ох, этот кусок шатается, возьму его к себе. Возможно, пригодится в другом месте. Здесь ничего нет, совсем ничего. Я верну его на место. Смертельная игра корня теней из мира духов. Что это значит? По мне, так это полная бессмыслица. Неудача. Правда, может, это еще не все бессмыслицы. Ну, здесь имеется в виду, что сколько мы убиваем, столько мы кормим типа теней, да? Тени — это, скорее всего, те призраки. Мне кажется, глаз — это нужная вещь. Интересно, зачем Бенджамин украл мой приз? Может, он сам несчастлив? Но мне на самом нужно это счастье. И моей маме. Ау. Есть кто внизу? Кажется, это просто яма. Нет? Не думаешь? Ой, это было серьезное падение. Эй! Мистер Голос, ты здесь? И заметьте, что он ничего не говорит. То есть раньше он всегда что-то отвечал. Ну хотя игра весит 2 гигабайта. Кто его знает? Средства для отпугивания лиса. Не могу отрицать, что флакон красивый. Возьму его. Ну это отпухиватель, понимаете? А, то есть это было обязательно взять. То есть меня бы не пропустили. Ох. Ага, вот и где. Что ты делаешь? Бенджамин? Бенджамин? Использовать средства для отпугивания на Бенджамине? Нет. Бенджамин! Не, мне кажется, здесь, понимаете, в чем загвоздочка? Нас немного обманывают. Вот что я завоялся. От нее одни неприятности. Возможно, была ошибка выбирать ее для этого. Я имею в виду, я видел, как она ела блестки, но это не естественно. Неудача, ты жива и здорова. Это замечательно. Да. Где я? Что произошло? Опасный лис напал на тебя. Бенджамин напал на меня? Получается, он действительно плохой лис. Видишь, я говорил же тебе, что лис злой. Да, возможно, мне стоило тебя послушать.
Нам все еще нужно найти лица и вернуть вечное счастье. Может, мы можем узнать, где он живет? Конечно. Давай мне минуту на размышление. Я скоро вернусь. Хорошо, я буду здесь. О, анонимус, знак анонимуса. Смотрите, а здесь люди уже радостные, заметили? Open fire. Местный художник ГМ уходит в отставку после инцидента. Мой сын пропал. Нашествие птиц. Мы не победили, но повеселились. Спорт. Это все концовка? Смотри, зоопарк. Ну, знаешь, с животными. А все, ребят, смотрите, там все радостные стали на картинках. Гусь. Я тут погуглил и узнал, что у лиса в зоопарке живет кузен. О, правда? Мы могли бы пойти вдруг и узнать, где живет лис. Но как мы доберемся до зоопарка? Это очень далеко. Отчего же мы воспользуемся? Здесь должна быть рядом автобусная остановка. А, хорошо. Или все-таки нет, они не радостны. Это Шагучи. Так, открывается центральная галерея. А, как я оказалась в центре? Я перенес тебя сюда. Но как? Ты просто голос в моей голове. Просто голос? Нет, я способен на гораздо больше, чтобы ты знал. Мне не нужно ничего тебе доказывать. Как скажешь, мистер голос. Ладно, ты действительно хочешь увидеть, что я способен? Эй, подожди, мой шнурок. Вот, видела? Я не просто голос в своей голове. Неудача? Что? Ты видела? Прости, у меня проблема с шнурком. Давай просто пойдем дальше. Мы не пойдем, а просто побежим. Эй, ты выглядишь знакомо. Что? Пропавшая без вести. Минуту. Разве это не... Даниэл Бомбин? Ты знаешь этого ребенка? Да, со школы. Она сказала нашему учителю засунуть домашнее задание в свой зад. Знаешь, она истинная итальянка. Скорее всего, она просто сбежала из дома. Она скоро вернется. Думаешь? Да. А, хорошо. На самом деле, мне кажется, этот голос, он ворует детей этих, чтобы найти вот этот артефакт или что это. А, хотя люди на картинке выглядят такими счастливыми, попивая свой сок. Мама постоянно приводила меня сюда, здесь очень скучно. Иногда она отправляла меня за сигаретами, а сама обнимается с незнакомцами и мусорный контейнер. Это правда? С незнакомцами у мусорного контейнера? Этот мужчина только что обронил свой кошелек. Что ты хочешь сделать? Я как раз не собираюсь вернуть. Wait, sir. Погодите, сэр, вы уронили свой кошелек. Но я ж сразу в тесте говорил, что я не ворую. Поэтому нет. Это мне? Лотерейный билет? Cool. Круто. Спасибо. Ну, взгляни. Он выигрышный? Так, Ювин. Ювин. Йолос. Ай, выигрыш нет. Может, повезет в следующий раз. Ну, это так во всех лотерейных, на самом деле, поэтому нечего удивляться. Happy face. Счастливые лица. Здесь написано, признайтесь, порой мы слишком устали, чтобы улыбаться.
Воспользуйтесь нашим смайликом и прекратите притворяться. Хорошо. Я знаю, чем это... Чей это магазин? Чей? Папа Кейси. Кто такой Кейси? Друг со школы. Правда, я уже давно не видела его. Кейси... Она сказала Джонс Кейси, да? Может быть, отсылочка на Джон... Кейси Джонса из Черепашек, он тоже пацана в маске был. О, сколько детей пропавших. Смотри, еще больше плакатов с пропавшими детьми. Так много. Интересно, почему они пропадают? Не беспокойся о них. Я уверен, однажды они все вернутся. Думаешь? Конечно. Не знаю, мистер Голос. Здесь творится что-то загадочное. Да, демоническое что-то. Так, в принципе, нужно уже заканчивать серию, на самом деле. Мы на месте. Ты когда-нибудь ездил на автобусе самостоятельно? Нет, никогда. Я не знаю, что делать. Мне нужен билет? Давай узнаем. Здесь есть справочное табло. Ладно, давайте, короче, я думаю, тогда до остановки мы дошли, тогда на этом мы и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.